Тариэл законно получил российское гражданство. Как? Тариэл получил российское гражданство законно. Да. Его никто не выдворит. Он отказался от грузинского. Ну, его никто. И за ним. Ну, это единицы такие. Да, да. Это не, менты придумали такую шутку, что они аннулируют российское гражданство и посылают сюда. Да, а здесь. Да. Но, насколько я знаю, я 3 дня в Грузии. И я проехался по. Был в Кутаиси. Да. А тут еще кое-где. Ну, уже тихо. Все живут уже спокойно. Ну да, но нет воров, нет никого. Семьи. 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 Ведь по закону тут можно и семью привлечь, если они скажут там, ну, все. Да, но здесь отбирают дома. У кого-то, кто его построил. У Шакро он построил дачу большую, огромную. Я был там. Да, ну и это, конечно, было лишнее, но дело хозяйство. Это не дача, это дворец. Да, ну он как дача. Если сравнить с вашим домом, да, то... Ну, мой дом, это уже 180 лет этому дому. Это я купил 36 лет, 35 лет тому назад. Из-за него... Помните Беслана Джонуа? А? Беслана Джонуа. Джонуа, да. Бейсик. Да, да. Его убили в 07 году. Я знаю, что его убили, слышал я. Я был в декабре у него на дне рождения. Да. Вот. И он тогда должен был разруливать ситуацию между Хасаном и... Ну, тогда был не Тариэл, а Мамиашвили. Кто? Мамиашвили. 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 Это президент Федерации Вольной Борьбы России. А, может быть. Его убили буквально через месяц. Вот. До этого ранили Арабули. Арабули, да. Да, Робинзона. Вот, то есть тогда попытку умиротворить похоронили. В буквальном смысле. Да. Но то, что Бисик в Сухуми, к сожалению, его матушка скончалась вот тоже недавно, вот в этом году, в феврале. По-моему, февраль, уже преклонных лет, а сейчас больше никого нет, кто мог бы мирить, да, ну, кроме вас. Так, знаете еще, вот я вот все после, вот это не первый день, уже 2 месяца, это то, что... И вот я вот ломаю голову, как, чего, чем я мог бы помочь им. Но ничего я не могу придумать. А вот то, что я туда... Подальше отодвинешь, да. Я вас не волновал. Что я приеду, допустим, туда, я это не смогу. Это сказка. Это, мне трогаться нельзя. И между ними, знаете что, откровенно вам вот скажу. Они не воры, а бизнесмены сейчас. Они бизнесмены. И что среди них творится, я этого не пойму. Вообще не имею понятия, почему им нужен то, что вот вроде воры. Вор в законе, бизнесмен. До меня это не доходит. Это что-то современное. А сейчас почти все. А? Сейчас почти все. Ну да, да. Я вот... Там есть несколько человек, которые вот к Лаше пришли и сказали, что пойдем разберемся, в чем-то обвиняете вы этого Тариэла и Мераби. Он не пошел. Мы придем. Тоже нет. А этого нельзя. Не может быть такие вещи. Вот сейчас я вам скажу. Ну, вы не обижайтесь, я не знаю, вы Максим или Максим. Кто. Ну, да, ну, кто вы, фактически, я не знаю. Да, я вам верю, но хочу сказать то, что у меня есть еще сомнения. Но все равно я признаюсь то, что они сейчас собрались на теплоходе. Одна сторона там, а вторая нет. Это подлость.
это уже подлость. И вот винить, те, которые не пошли и остались в стороне, их могут обвинить. Это по-нашему, не по-грузински, а по жизни. По жизни. Их могут обвинить. Угу. Так это было. Так было с Рудиком. Да, и вот... Но Рудика убили. Чем они хотят оправдываться? И что я могу найти такого, чтобы их я мог бы успокоить? Не существует ничего. Вас потому слушают. Что, а? Вас слушают. Да, если либо... слушают, я им отсюда... Запишите себя, а? Запишите себя на видео, я дам кассету. Не, знаете, что вас здесь возьмут? Меня не возьмут. Я уже приготовился. Открою кассету, все это посмотрят и начнут здесь показывать. Не надо, ради бога, вот это вот. Найду способ. Это бесполезно. Я все же не зря сюда приехал. Это бесполезно. Вот вы можете передать им то, что они затеяли, то, что они грызут друг друга, это то же самое от правительства, что было в 47 году. С 47 года по 50... Белый лебедь. Белый лебедь? Да, белый лебедь это новое. Тогда... Была настоящая война против бледей и воров. Суки назывались такие. Кнутые воры, они оказались суками, и вот они это убивали наш людей, а мы их. Да, это была настоящая война была. Я тогда в то время отсидел 15 лет. Я за свою жизнь 27 лет отсидел, с молодости, я рано в этой жизни окунулся, и вот сейчас вот судьба то, что старый, и не ворую ничего, и не лезу никуда. Меня судьба как-то... А? Меня судьба в другое русло пустила. Хотя куда? Тоже... А? Хотя тоже мог бы. А ну, но как-то не завидую. Вот, да. прошел. Не завидую того, кто... попал в этом. А сейчас бесится от денег, от богатства бесится, что это Хасан, что это Лаша, что... Ну, Япончик только сейчас освободился, наверное, не, он там... Но он примкнул, а? Он примкнул к Хасану. Да, да, потому что они раньше... Был Гого такой, Гого и Хасан были уже, а это как Япончик с Гогой. Бегали они вместе даже. Ну, были у них отношения. Да. Ты вот, извини, вы можете Япончику выйти и сказать, что это не доведет до хорошего, это на руку ментам. Власть для власти это на руку. Хоть миллионы уничтожат таких, как мы, и они ничего не теряют, им легче уже навести порядок. Мое нравовое учение для него это лично, он больше понимает, он более грамотный, чем я. Но просьба, то, что пусть перестанут обвинять друг друга. То есть надо собраться вместе? А? Надо собраться вместе? Эх, ничего не было. Вот собрались, вон. И вот результат по всей бывшей Советском Союзе передают по телевизору 39 ворот, то и другой грузинный, законные воры, да то и другой. Аж тошнит, что они не поделили, что им надо. Мы жили. Полуголодные были, и не зарылись у кого какие там, это и не завидовали. Украл мой, не украл, значит, голодаешь, живешь.
Но сейчас у Хасана квартира в полукилометре от Кремля. Ну, на Тверской. Причем Тверской, да. Неплохая. Ну, все живут хорошо. Да. Вот. Но вот тот же Шакро, домик его здесь недалеко, вчера я там был. Его же выпустили, я же говорил. Я же говорил, что его выпустили, что он не сидит. Как-то же... Дай Бог, чтобы он не сидел, но... Он не настолько дурак, чтобы он... Да. Но ему сюда нельзя приехать. Почему? Потому что здесь вынесли ему 18 лет срок. Для порядка. А? Для порядка. Нет, это не для порядка, а это он не стал им швырять, уделять это.